На сцене Дворца детского и юношеского творчества выступили юные артисты. Здесь накануне отгремел гала-концерт фестиваля «Звездный час». Кому-то нет равных в задорных танцах, кто-то поражал зрителей отличным вокалом и стихами. Гала-концерт ежегодного фестиваля собрал на одной сцене около 200 участников из 14 регионов Поволжья. Юные артисты прошли серьезный отбор. Всех их признали лучшими на региональных этапах. Для них пробил долгожданный звездный час. Все выступления зрители встречали громкими овациями, а организаторы награждали детей ценными подарками. Участие в таком престижном фестивале для них важнее любых призов. Эти дети попали в сложную жизненную ситуацию. Многие сейчас воспитываются в детских домах и интернатах. Проект «Вернуть детство», в рамках которого проводится фестиваль, создали для того, чтобы поддерживать талантливых ребят. Он проводится уже 4-й год подряд. Этот проект стимулирует детские учреждения, которые работают на территории округа, к тому, чтобы они эту работу вели. И спортивную работу, и культурно-массовую работу. Костюмы шили, коллективы складывали, да. И в конечном итоге, ведь был уже конкурсный отбор, на уровне регионов отбирали лучшие коллективы, и лучшие коллективы приехали сюда. Поэтому это подталкивает вообще данное учреждение к более активной работе с детьми. Ну, я вижу очень много детей, улыбающихся детей, зная, что у этих детей не самая лучшая судьба, наверное, с точки зрения жизненной ситуации. Но если они улыбаются, если идет выплеск творческого потенциала, значит, есть хорошее впечатление, в том числе и у меня.